Показать? Покажи. У нас с вами почки не работают. И где раздобыть? Отдай мне свою почку! Вот тебе, а не почка! Куда ты дел почку? Я отдам вам свою почку. А за это вы найдете Мишу донора. А ты что такая веселая, а? А я почку нашла! Ягодка моя, ты сейчас, если на родину ты вернешься, тебя тут же возьмут. Отдыхай! Найдете Мишу донор. Найдете Мишу донор. Да блин! Михаил, Миша! Давайте в темпе, там человеку плохо. Что дальше-то делать будем? Шишков Михаил, какой у вас очередь стоит? Ну, допустим, 72-й. Вы что? Что делать-то? Мне от вас ничего не нужно. Это понятно? А ты ему вообще кто? Жена. Блин. Ну что, вставим у вас лист ожидания? Алло. Александр Евгеньевич, могу услышать? Кудряшов Олег Михайлович. Или Сергеевна. Вы почку ожидаете? Мне нужны молодые люди, до 35 лет, здоровые. О, какая аллергия на лекарства? Почка? Кто-нибудь грешный, очень грешный есть на примете? Будь покойна, Наталья, этого добра не переведется. Так это ж собаки. Ну что, у них почки какие-то другие, что ли? Крепил, прикрепил. Зачем ты это все, пустого? А блин! Эти фантазии о сексе вам неприятны? Может, это какая-то побочка от наркоза? Ну? Кустова Наталья Леонидовна появлялась здесь? Что есть здесь, братья мои? Нюхи убрали от меня! Дамочка, я что, непонятно говорю, что ли? Я с тебя Кустова не слезу, пока не выясню, что здесь происходит. Тамох!